Шлагбаумы в проездах пляжем, раздражающий многих автомобилистов фактор, сегодня необходимость. На Совете Безопасности глава региона подчеркивает, только механическая защита убережет нас от посягательств террористов. Ограничить проезд там, где его и быть не должно – пляжи, прогулочные зоны, здравницы. Все равно нужно дорабатывать или даже переосмысливать наши подходы к обеспечению безопасности в Краснодарском крае. И главы курортных городов. Давайте делать санкционированный один въезд и выезд в зону набережную. Мы будем четко понимать, кто въезжает на пляж сегодня. Набережная, пляж только для отдыхающих, только для пешего прохода. Любое продвижение на легковых автомобилях, это касается здесь и Геленджика, в том числе и Анапы, любое продвижение на легковых автомобилях по набережной, да, значит, давайте запрещать. Обеспечение безопасности жителей и гостей курорта – первостепенная задача. И не только для администрации. Проходить мимо нарушений, обладая полномочиями по их пресечению – настоящая халатность. От своих подчиненных глава Анапы требует эффективного взаимодействия с правоохранительными органами и работы на результат. Я, Сергей Алексеевич, по вашей докладной увидел, что один из проходов у нас открыт, но не увидел, какие меры вы приняли. Не надо мне констатировать факты, сразу надо докладывать, что вы наметили, и как будет закрываться он, какими силами. Мобилизовать силы в укреплении правопорядка призывает начальников отделов полиции в муниципальных студиях, главный полицейский края. Формализм и небрежность в работе отставить. Мы находимся в прямом эфире, а своим руководителям все массовые мероприятия, которые будут проводиться на территории края, обеспечить безопасность. Абсолютно правильно здесь. Вместе с главами ставьте машины, ставьте заградительные какие-то технические средства. Но ничего не должно проходить в зону, где у нас люди отдыхают. И мы должны очень жестко здесь работать. 21 июля глава Анапы проведет расширенное заседание антитеррористической комиссии. Не лить воду в докладах, а озвучить первые результаты по данным поручениям. Установка Сергеева. Сегодня определяем места уязвимые и, кроме пляжных территорий, определяем, у нас есть пострашнее территории, чем пляжи. В вечернее время это улица Горького, это улица Терская, Краснодарская, Гребенская, в отрезках от Крымской. Это театральная площадь, где людей больше, чем на пляже, подчеркиваю. Поэтому там тоже надо определить алгоритм действий по принудительному перекрытию дорожного движения.